мусорных пакетах. Ну, знаете, специальные пакеты, они скотчем завязывают. Ксенсія, вы 4,5 месяца сидели в полоне на подвале и весь час в пакете? Не-не-не, 2,5 недели. Ну, то есть сначала нас Козицын захватил, ну, вы поняли, да? И 2,5 недели мы находились у него. Вот. А потом он нас перевез в Луганскую комендатуру. Так. И вот там уже с нас сняли наручники, ну, то есть начали кормить, там раз в сутки кормят в 10 часов ночи. Ну, то есть как-то так. А другой раз? Нет, второй раз я уже сидела в кабинете, но тоже под конвоем, то есть в одиночке. Там условия были гораздо лучше, кормили 3 раза в день, только кушать не хотелось. Ну, потому что у меня уже был просто, скажем так, другой статус. Потому что я, ну, реально была переговорщиком по обмену военнопленных, ну, именно с Луганском. Ну, и я просто осознавала, что я была просто как разменная монета, поэтому для меня, допустим, непонятно, почему Савченко ездит туда-сюда, и никто ее не берет ни в плен, ни задерживает, вот, а вот, ну, я как бы второй раз... Про це обов'язково поговоримо. Хорошо. Гайде Рязаєва у мене у гостях. Гайде Рязаєва – волонтерка, кримсько-татарська активістка. Двічі була у полоні терористів так званої ЛНР. Зараз займається визволенням з неволі українських полонених. Захоплюється їздою на мотоциклі та верховою їздою. 35 років. Вітаю! Ви дивитесь 4-й канал, я Таша Трофимова. Триває програма «44 хвилини». І в цей час традиційно про все, що відбувається в країні, не тільки ми говоримо з лідерами громадської думки. Це можуть бути актори, спортсмени, митці, співаки. Сьогодні це волонтерка Гайде Рязаєва. Якщо у вас є питання до нашої гостя, телефонуйте 0800 21 51 40. І пропоную, власне, до цієї такої наболілої теми для вас. Ви нерівно дишите до Надії Савченко, я знаю. Допит на поліграфі Надії Савченко перенесли на вівторок. Про це повідомив адвокат арештований Олег Соловей. Процедура мала проходити сьогодні. Задля цього нардепка навіть призупинила голодування, бо машина у п'ятницю почала збоїти і давала некоректні свідчення. А от після того, як СБУ повідомило про перенесення допиту, Савченко вирішила відновити голодування. Нам сообщило об этом следствие, о том, что по настоянию экспертов с сегодняшнего дня предварительно переносится на завтра. Причины нам не уточнили. То есть, возможно, это, вероятно, какие-то технические моменты, что ей нужно больше подготовки. Те 3 дня, которые она кушала, она считает, что их достаточно для того, чтобы ей пройти, как бы допройти эту процедуру. Вы розумієте логику? Бо я щось не дуже. Вы знаете, вообще во многих действиях Надежды Савченко логика, ну, не улавливается. Я просто, ну, как бы, наблюдая за этим человеком, ну, это не просто человек, это... Вы с ней особисто знакомы? Нет, у нас не получается с ней познакомиться, потому что человек избегает этих встреч, и я, в принципе, ее понимаю, почему избегает. А вы намагалась? Пробовали? Да, конечно, да. Вот. Ну, с чем? Суть в том, что, ну, всем известна моя, как говорится, ярое такое негативное отношение к данному человеку. Ну, власне, я хочу зрозуміти, так, з чим це пов'язано. Да, почему? Потому что очень многое, допустим, я имею право утверждать через призму того, что случилось непосредственно со мной. Я попала в плен через месяц после того, как в плен попала Надежда Савченко. На протяжении 2,5 месяцев вообще абсолютно о нашей четверке не было неизвестно ничего. А с момента, как попала Надя Савченко в плен, почему-то сразу же стало известно всем СМИ. Вся акцентрация внимания, ну, была именно на ней, что само за собой, ну, подразумевает какой-то реальный политический ход и заранее спланированные действия по данной особе. То есть, ну, в принципе, мы еще багато про кого знаем, кто потрапив у полон. Да, но дело в чем? Дело в том, что была преподнесена определенная картинка. Картинка, ну, героини, летчицы, да, которая так себя вела в плену. Я вам объясню. В плену невозможно так себя вести. Чего? Объясню на собственном опыте. В плену невозможно носить белую рубашку с трезубцем, кричать лозунги, ну, проукраинские и так далее. Когда человек Чему? Попадает... Побьют? Потому что просто убьют. Не то, что побьют, а просто убьют. Ну, перед моими глазами отрубили руку мальчику с правого сектора, бойцу, у которого был просто трезубец, ну, татуировка в виде трезубца. И это не единичный случай на самом деле. Ну, человек, который попадает в плен, ну, тяжело, допустим, рассуждать кому-то другому, кто не знает, что такое плен. Плен — это даже не СИЗО, да, где человек понимает,
почему он находится в СИЗО, либо в тюрьме, за какое преступление и так далее. Это 14-й год, начало боевых действий, тогда, когда две стороны, и наша, и та сторона, были настолько ожесточены друг против друга, что вести себя таким образом в плену просто было невозможно. Да и невозможно до сегодняшнего дня. У нас освобождено огромное количество заложников за все это время. И это скажет любой человек, который освобождался с плена. Что там опускаешь глаза, это в лучшем случае, совсем соглашаешься, потому что вся, ну, акцентрация жизненных способностей идет на то, чтобы просто остаться в живых. Ты четко понимаешь, что рядом с тобой никого нет. Нет ни правоохранительных органов, проукраински настроєних, да, які є тут. Це може є різниця, чи ви у бойовиків в полоні, там, де взагалі поза правилами, чи, ну, так, більш-менш офіційно, коли ви ще депутат ПАРЕ, ну, за вами там спостерігають? Діло в тому, що, ну, смотрите, Надежда Савченко також попала в плен в Луганськ. Вона була в такій же в луганській комендатурі, як і я. Понимаете? То есть у нас, может быть, изменилось только нахождение камер, где находилась моя камера и где находилась она. Более того, мне непонятен вопрос, почему она была, ну, передана России. Ну, почему России не передали меня, допустим, да? Тем более я являюсь, как говорится, я с Крыма, ну, и попала в момент, когда уже началась аннексия. То есть, ну, я считаю, что россияне бы мной бы тоже бы заинтересовались. Может, как разменные... больше, может быть, я не спорю. Здесь уже как бы, ну, это такое, это тема для, ну, размышления, да, но в плену нереально, невозможно себя так вести. Ну, давайте вот просто в памяти, ну, возобновим, как себя вела Надежда Савченко в тех же судах, ну... Ну, власне, как и в наших, зараз. Десь так приблизно. Да, и здесь очень интересна еще позиция того, почему она так изменила свое мнение, выйдя с плена. То есть сейчас тебе уже, как говорится, ничего не мешает нести эту проукраинскую позицию, да? Тем более это герой Украины, которую... Ну, на нее возлагались огромные надежды. Почему сейчас все так резко изменилось? Может быть, такий момент, що вона теж покладала надію на щось, а потім розчарувалася, як багато українців. Ну, тому, знаєте, що реформи, ну, так собі, наче відбуваються, а наче ми не чуємо, як вони працюють, що хотілося б одне, а отримуємо інше. Може чисто по-людськи вона так зневірилася? Надежда Савченко, благодаря, скажімо так, своїй вот такой вот, скажімо, будемо утверждать, допустим, що да, вона була в плену. Дело в тому, що їй же ж були делегированы действительно прекрасные полномочия что-то изменить. Угу. Я извиняюсь. И делать это, ну, абсолютно спокойно в рамках закона, как народный депутат Украины, как герой Украины, который должен что-то пытаться изменить в лучшую сторону. Но что мы увидели после освобождения Надежды Савченко? Человека, который абсолютно не несет проукраинскую позицию. То есть пытается нас переубедить в том, что боевики, так называемых ЛНР, ДНР, это абсолютно нормальные люди, просто с другой идеологией. Вот, до речи, это стокгольмский синдром, ну, может быть. Он у вас присутний, чи ні? Чи нет? Нет, знаете, у меня он отсутствует. Если я очень многое не могла говорить, находясь в плену... Вы бы поехали с Захарченко домовлятися, навіть якщо знаете... це мова йшлася про ваших побратимів, якихось, про знайомих, які потрапили в полон? Нет, не пошла бы. Дело в том, что любые Захарченко переговоры, возможно, и по телефону. Вот, возможно, в формате буферной зоны, понимаете, если действительно человек что-то навіть хочет. Навіть якщо за цим стоїть життя людини, ви б не пішли. Ну, подождите, ну, под какие гарантии? Ну, допустим, Савченко, як под какие гарантии? Пояснює. Ну, у нас ездят прекрасно, вот, допустим, Ирина Геращенко, тот же, ну, Юра Качанов. Ну, да, да. Они же все встречаются на буферной зоне, понимаете, для каких-то переговоров. Существует Минская платформа, да, где ведутся эти переговоры. Есть люди, уполномоченные государством вести такие переговоры. Не исключаю, да, конечно же, допустим, чисто и политически, и по-человечески, да, Надежда Савченко могла бы, ну, что, вести эти переговоры, я, но не тот формат, более того, нужно каким-то образом это согласовывать со службой безопасности Украины. В этом случае у нее бы не возникло никаких проблем. А не перебираться в коробках. У нас есть такая информация, что в одной из поездок она просто перебиралась в коробке. То есть Рубан был за рулем, а коробка... Ну вот, то есть вот так она пересекала границу. А кто вам про это рассказывает? С Донецка. Ну, по-другому просто никак. Обратно она выехала... То вы не верите, что она перемовина якісь там была?
Вона з якимись там іншими цілями туди їхала? Ну, ви знаєте, здесь утверждать мені дуже сильно тяжело, тому що, ну, як я можу утверждать то, да, допустим, что, о чем происходил там разговор, допустим, с тем же Захарченко, там, либо с Плотницким, я не присутствовала при этом разговоре. Но тот формат, вот та методология, которую они используют якобы для того, чтобы освободить пленных, она просто неприемлема. Ну, все ее тезисы, которые она говорит при этом, делает при этом, все ее действия, вся вот эта несогласованность действительно с теми службами, которые правомочны это делать, это говорит о том, что где-то есть свой интерес. Где-то вона самостійна фігура, як ви вважаєте, чи... Нет, это фігура управляемая, и в любом случае это фігура, управляемая Кремлем. Кем конкретно, тяжело утверждать. Потому что, опять же, ну, я человек не ее песочница для того, чтобы что-то утверждать, с кем она общается и так далее. Но понятно, что это пророссийские элементы. Ви вірите в те, що вона дійсно планувала цей теракт? Да, верю. Ну, смотрите, когда у нас преступление считается законченным? Тогда, когда есть подготовка, тогда, когда есть подготовлено даже оружие для этого всего. И, ну, на самом деле, настолько бредовым является сейчас ее оправдание, что это она хотела напугать, что это все сюрреализм. Да, ведь ролики такие, да, запустили. Да, ну, подождите, ну, почему вот, допустим, я не поехала на... Ну, ну, все мы разные люди. Понимаете, каждый человек, тем более, если он является народным депутатом Украины, должен осознавать всю ответственность, которую, ну, его действия за собой влекут. Это не шутка. Вы помнили, зараз у суспільства взагалі закидається ця ідея перестріляти всіх? Шкода, нещодавно чула на одному з каналів, хтось там, ну, я знаю, хто з депутатів казав, що єдине, в чому зараз дорікають Савченко, це в тому, що вона не довела до кінця те, що вона планувала. Ну, тобто це свідомо закидається у суспільство такі думки, і мені страшно, ми, що ми взагалі таке обговорюємо. Тому що кілька людей, ну там 5-6, вони послухають і нічого не зроблять, а 7-й у нього буде не в порядку з психікою, і він дійсно щось зробить. І нема у тих політиків, які зараз про це кажуть, якоїсь, мені здається, відповідальності, що, ну, це дійсно може бути, ну, страшна біда. На самом деле, да, і в таких вот, скажем так, грязних іграх, які ведуть Савченко і Рубан, і вони не одні, і, повірте, це не останній народний депутат, которого посадят в СИЗО и против которого будет возбуждено уголовное дело. Чему вы так это решаете? Огромная цепочка всего, которая уже длится 4 года, и она будет иметь окончание. Но... Ну, власне, ты, те, кто подыгрывает Кремлю, чи кто, кого вы маете? Соответственно, конечно, это ж не один, не два человека, и не Савченко там самое важное на самом деле. Вот, просто одно из звеньев, которое удалось Кремлю также зацепить. Вот и все. А фактически это... приличное, скажем так, количество людей, которое, ну, вот, понимаете, дело в том, что, учитывая специфику этой войны, Россия, она абсолютно все моменты пытается затронуть, и у них это прекрасно получается. К сожалению, к очень большому сожалению, многие наши патриоты, да, как бы превратились в псевдопатриотов. Те, вот, как вы говорите, уязвленная эта часть населения, которая может пойти за такими людьми, это будут, к сожалению, участники АТО, которые не прошли каких-либо реабилитаций и так далее, и будут ведомыми в этом направлении. Кто-то за деньги, кто-то просто психологически. Ну, мы 5-й год находимся в состоянии войны. Среди ваших знакомых много таких людей, которые поддерживают эти идеи? Именно Надежды Савченко, либо вообще переворота, войны. Ну, есть, но не могу сказать, что много. Ну, я стараюсь просто общаться с более здравыми людьми в последнее время, поэтому... К сожалению, это бич нашего общества, который нас затронет. И поверьте, если даже завтра нам скажут, что закончилась война, все замечательно, мир, последствия того, что 4 года продолжается, мы будем, ну, еще не одно поколение будет расхлебывать. До наступної теми переходимо. Яка, до речі, дуже пов'язана з усім цим, що ми говорили до цього. Міністр Арсен Аваков презентував свій план звільнення окупованих територій. Чиновник вважає, що неможливо відразу повернути всю територію Донбасу. Варто йти так, так би мовити, маленькими кроками. Деталі він озвучив в виданні «Українська правда». План такий.
зараз піде російською цитата. Заходять миротворці і встають на границі условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территории сразу берут под контроль и голубые каски, и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону. Пофиг, ну, це цитата, кто победил на этих выборах. Главное сформировать переходную администрацию. После этого Украина должна принять закон об амнистии. Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. Ви ознайомлені з цим планом? Да. Читали? Да, читала. Як він вам? Ну, здесь, понимаете, здесь можно много рассуждать, насколько он правильный, насколько он неправильный в отношении амнистии, в частности. Это одно из условий Минских угод, как мы знаем, да, то есть по Минским договоренностям амнистия должна быть. В отношении выборов, ну, здесь кто прошел, кто не прошел, я с этим не соглашусь. В любом случае, проходить должны достойные, побеждать должны достойные. Мы разумеем, кто там пройдет. Ну, це, конечно все одно же. Будут там кураторы Кремля. За 4 года. Ой, кураторы которые... Кремля, да, что да. Я мороженое? За 4 года, которые, к сожалению, мы допустили, да, вот такие продолжительные 4 года, поверьте, население, как в частности, я не буду брать только Донбасс, возьму и Крым тоже. Время дает о себе знать. Вы знаете, я всегда привожу пример, когда я была командиром блокпоста на Крымской блокаде, нам привезли телевизор. Ну, для того, чтобы что-то смотреть. А там, к сожалению, ну, кроме российских телеканалов, ничего больше не ловило, потому что это граница с Крымом. Вот. Ну, и в первый день мы видим рекламу, там, сока, садочек, да, там, или добрый, там, я уже не помню. Ну, и лицо Путина. Ну, один раз там мандарин полетел в этот телевизор, второй раз полетел мандарин в этот телевизор. Я заметила определенную тенденцию. На третий, на четвертый день все стали проходить просто мимо и не обращать внимание на то, ну, что в телевизоре говорит о чем-то Путин. То есть ситуация в чем? К сожалению, это простая психология человека. Когда человек 4 года варится в определенной каше, где абсолютно все, начинает с СМИ, листовок, других моментов, говорит о том, что Россия это неплохо, мы строим новое государство, Донбасс там и так далее, Новороссия и так далее. Поверьте мне, основная масса населения, к сожалению, уже с промытыми мозгами, которые играют далеко не в нашу сторону. Ну, я теж не розумію, хто це. Мене лякає, наприклад, хто може прийти у Верховну Раду, да, якщо там відбудуться вибори. Мені теж тяжело об этом розсуждати, поэтому... А взагалі, як вам така ідея покроково звільняти ці території? Ну, власне, не звільняти, а домовлятися покроково. Бо він каже, що миротворців одразу на всю територію не вистачить. Ну, оно, вы знаете, при любом плане оно сразу невозможно, в любом случае. Территория Донбасса, она территория большая. Более того, что самое интересное, в каждой территории есть свое какое-то мышление, у них там тоже есть свои губернаторы, и у каждого, ну, свое, как говорится, ставление до какого-то вопроса, да? То есть там тоже, может быть, в этом я не поспорю, ну, в отношении там... Я вообще, ну, не считаю, что вот за основополагающим нужно ставить вот именно позицию Авакова. Ну, до речі, план зараз Авакова. Про це поговоримо. До нашої розмови долучається Денис Богуш, політтехнолог. Доброго вечора. Да, доброго вечора. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, ми вже перейшли до цієї теми. Міністр внутрішніх справ не вийшов із зони своєї відповідальності, коли презентував зараз цей план звільнення окупованих територій? Ну, дивіться, він як міністр внутрішніх справ, я думаю, що в його посадових обов'язках і, ну, його посада зобов'язує нам говорити, чи там, в якому стані зараз реформа поліції, чи знижується у нас злочинність, і чи він вивчив там українську мову. А як політична фігура, він може говорити і надавати будь-які цікаві історії. Тут, ну, мені здається, він виступає від Народного фронту як частини правлячої коаліції, яка має свої якісь ідеї з того, як, що робити з Донбасом, якщо там він буде. Але тут ж є дуже багато речей, які на вашу думку, це скоріш президентські амбіції чи порада президенту? Ну, я думаю, що це, ну, інформпривід. Про президентські амбіції, я думаю, тут
Він знає, що в нього там, ну, може, там пару відсотків би було, як, ну, на посаду президента. Тобто я думаю, що він розуміє, що ну, амбіції можуть бути, але є ж реальність. Тобто я думаю, що це просто він заявляє про себе як про політичну фігуру, яка може креативно видавати якісь поради країні по тому, як там щось робити, розбудовувати в сфері національної безпеки якийсь сегмент. Ну, дуже потужну політичну фігуру, да, адже за ним стоїть і внутрішні війська, і прикордонники, і добробати, і структури національного корпусу, які теж пов'язують з Арсеном Борисовичем. Він може в разі чого гальмувати мирні перемовини, ну, якимось чином впливати на цей процес? Ну, ясна річ, він може впливати, тому що він є частиною Кабінету міністрів, є впливовою людиною в Народному фронті, як частині коаліції. І тому він впливова людина. На самі процеси я не думаю, що він на перемовини особливо може якось впливати. Він же не є частиною переговори ані в Мінську, ані там в Нормандській четвірці. Скажіть, а такий його план, презентація саме зараз, це говорить про якесь там загострення конфлікту між Народним фронтом і БПП? Ну, я не думаю, що це загострення конфлікту. Я думаю, що це просто інформпривід і елемент, як заявити про себе, як про політичну фігуру, яка впливає на процес. От і все, я думаю. А на вашу думку, це взагалі реальний план повернення Донбасу? Я думаю, що він в якійсь частині реальний, в іншій частині ми не знаємо плани Путіна, тому що Путін сконцентрує дуже багато техніки на кордоні, тобто на російській території, і він концентрує дуже багато техніки, перевозить от в це ордло. І тому можна сказати, що він точно не захоче ані миротворчої місії, а тим паче віддавати, ну, будь-яким чином цю територію Україні. Тобто по всім ознакам можна сказати, що Путін, ну, не піде на це. Але якщо б він пішов, якщо б, ну, там, можливо, цей сценарій би якийсь, то там дуже багата історія потрібна, щоб робити інформаційну кампанію цим людям, щоб вони там зрозуміли, що таке Україна, де, ну, де вони живуть. Там же ж в них промиті мізки, і до виборів там ще дуже далеко. А як там технологічно це зробити, це поки утопічні історії, тому що, ну, власне питання, чи знайде цей план підтримку техніки. Чи знайде цей план підтримку в українського суспільства? Це, здається, політик самогубця якийсь буде, який втілить цей план, чи ні? Ні, ну, а що втілить? Амністія, приєднання Донбасу? Ну, власне, в такому вигляді, який презентував пан Аваков, у нас дуже багато людей проти амністії, хай навіть там амністії для колаборантів, для тих самих. Ну, це реальність, тобто там прийдеться цю амністію робити, от просто прийдеться. Я думаю, що там, але до цієї амністії, до цього процесу за місяць ще як до Луни. Тобто там потрібно ще вивести війська, а потім вже говорити про щось таке там. Там, я думаю, що вивести війська, тобто безпекову частину Мінських угод, ще потрібно виконати. А політична, і Україна ж настоює на тому, щоб політична була за безпековою, а не паралельна, як каже Росія і, наприклад, Німеччина. Тобто вони хотіли, ну, паралельно, щоб і відводились війська, і робити вибори. А українська сторона наполягає, що спочатку потрібно зупинити військові дії, відвести війська, а потім вже, ну, встановити, ну, контроль над кордоном, а потім вже говорити про якусь політику, амністію, про іншу історію, як там інтегрувати, ну, цю всю частину Донбасу в Україну. Дякую дуже. Скажіть, вам, ну, на вашу думку, амністія це добре чи погане, от, для українського суспільства? От як сприймати, от, амністію? Ну, зрозуміло, не бойовикам, не тим, да, хто вбивав українців, але все одно там було багато тих, хто співчували, тих, хто підтримували, тих, хто приходив на референдум. На вашу думку, такі люди заслуговують прощення? Діло в тому, що рано чи пізно нам всім прийдеться з цим смиритися, це, мабуть, найбільше. Особенно
Это, во-первых, прежде всего, одно из условий Минских угод. Мы от этого никак не уйдем. Я соглашусь в этом плане. Минские угоды — это такие чисто ваши, мы на цікавить думка. Смотрите, более того, существуют различные программы, и существуют они уже продолжительное время. Такие программы СБУ, как «Вернись домой», «Тебя ждут дома», которые точно так же предусматривают, ну, скажем так, если они изменили свое мнение, перейти с той стороны на нашу сторону. По-другому, к сожалению, это, скажем так, одна из таких больших проблем, от которой мы не уйдем. И хотим мы это, принимаем ли мы это, ну, как говорится, всем своим нутром, принять это невозможно. Я понимаю, тем более тем, кто пострадал от этой войны, тем более тем, кто кого-то потерял в этой войне, а каждый из нас кого-то в ней потерял. Вот. И, к сожалению, мы от этого никуда не уйдем. А правильно это или нет? Нет, неправильно. Ну, если рассуждать с точки зрения патриота Украины, то это неправильно. С точки зрения политики, к сожалению, это придется сделать. В этом плане, что вас особисто, ну вот, как украинку, не подобается? Есть такой момент? Именно... Ну, в плане Авакова, я имею в виду. В плане Авакова? Ну, я считаю, что Аваков, к сожалению, уже в последнее время не такое количество времени уделяет своей непосредственной профессиональной деятельности. Ну, а как бы захотелось больших высот, и, соответственно, он к ним идет. То есть больший акцент ставится на политику. Явно видно, что он метит на роль президента в этом во всем. Ну, что на самом деле, ну, правильным либо неправильным, это личные амбиции, которые, к сожалению, ну, его личные амбиции, он пытается притворить в жизнь различными путями. Ну, мне, допустим, он не интересен и, скажем там, не симпатичен как фигура не политическая, а вообще фигура, которая, ну, скажем, не совсем корректна, не совсем правильно, не в том объеме, в котором он мог бы заниматься именно правоохранительной деятельностью. Вот. И не закончив, скажем так, одно, лезет уже в совершенно другие высоты, совершенно, ну, и разными путями. Я не люблю политиков, которые приходят к власти любым методом. Есть все-таки, ну... Ну, до речі, багато таких. К сожалению, да. Це стиль української політики. Наступна тема така, теж важлива. У Верховній Раді зареєстрували пакет законопроєктів, що пропонують ввести так звану нульову декларацію для бізнесу, чиновників та політиків. Нульова декларація означатиме таке. Усі бажаючі зможуть продати таку добровільну декларацію протягом року і після цього впродовж 30 днів сплатити податок 2,5% від вартості задекларованих об'єктів. Все задеклароване буде визнаватися як набуте без порушення законодавства за умови сплати податку. Окремо передбачається звільнити декларантів від обов'язку щодо надання інформації про джерела походження майна та грошей. Зазначені у таємній декларації дані, як і вона сама, не зможуть бути доказом вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення. Вести нульову декларацію запропонували народні депутати від БПП Андрій Шинькович та Геннадій Чекіта. На вашу думку, от вам така ідея подобається чи ні? Є плюси і мінуси. Давайте з плюсів. Як в будь-якому законі, розумієте? Це ж діло таке. От які плюси? Ну, плюси для бізнесменів в основному, скажу так. Плюси. Так, для бізнесменів. Мені здається, більше для чиновників плюсів. Бо бізнесмени – це хоча б чесно зароблені гроші. Да. А для чиновників, суддів, кого там, правоохоронців, СБУвців – ти там грабував, трошки там сидів, ну, на потоках. Для них це плюс, а для общества буде мінус. Покрав, заплатив 2,5% і тепер все. Ну, як-то так, к сожалению, як-то так. Я ж говорю, то для бізнесу... плюс? Ні, це буде в плюс чиновникам, но в мінус обществу, як обычно. Вот. Страшно произносить вот эти слова, что как обычно, да? Ну, к сожалению, я... Ну, часто читаешь определенные законы, законопроекты, которые предлагают различные фракции, и приходишь к мнению, что, ну, сидишь и думаешь, как же ж можно было такое сочинить? Никто не палится. Да, вот, ну вот как-то так вот, оно все очень интересно, но... Мені здається, просто навіть тим, хто написав цей законопроект, можна вже висилати якісь правоохоронні органи, бо це, ну, це паливо. Да, причому таке на державному рівні. Ну, к сожалению, так, сказать, что оно поддерживает, нет. Я считаю, что, ну, и это будет так, к сожалению. Вот эти 2,5%, которые будут заплачены в бюджет, это будет просто занавес, который скроет все остальное. Вот и все.
И действительно, как вы говорите, ну, смешная просто цена. То есть, а вот мне вот интересно, не успела посмотреть. То есть, оно предусматривает торговлю с оккупантами, допустим. 2,5%, так тоже забагато. Можно. Что? Не успела посмотреть, ну, как бы до конца, что там можно, что нельзя, как говорится. А продавать можно все. И вот мне интересно, оккупантам тоже можно будет все продавать? Будь-які незаконні статки. Про окупантів там не сказано. Незаконні статки, які були зароблені до того моменту, як ведуть нульову декларацію. Ну, понятно. Причому таємну декларацію. Про це суспільство не дізнається. І джерела походження цих грошей, це ж, ну, як би, це не обов'язково говорити. Ну, такий законопроект, веселий. Інтересненький, да, скажем так, як багато того, що відбувається у нас. Ну, вот опять же, поэтому молодые политики, правильные политики, они должны приходить к власти и пытаться что-то изменить. И если мы хотим что-то изменить в государстве, да, если мы хотим, ну, говорить о том, что вот там стремиться к каким-то европейским ценностям. Вот молодые политики, вы про кого зараз? Вы маете когось конкретного на увазе? Нет, я не могу сказать ни про кого конкретно, но это люди, которые живут сегодня, в настоящее время, знают те трудности, с которыми сталкивается обычный народ. Это загальні речі. Мы все понимаем, что мы потребуем этих политиков, мы потребуем этих новых облич, но где они? А ті, що приходять молоді і нові, то вони якось не зовсім те, на що ми розраховували, на що сподівалися, так? Да. Якийсь брак з кадрами у нас. У нас нет брака з кадрами. У нас, к сожалению, до політики не достучаться те, хто дійсно, ну, как бы способен быть политиком. Этого всячески не допустят. К сожалению, у нас вот до сих пор есть такой момент, как, ну, ангажирование личных интересов, допуск своих к кормушке, вы понимаете, допуск своих к политике, это чьи-то дети, любовницы, сыновья и так далее и тому подобное, которые, ну, зачастую не отвечают каким-либо способностям политика, либо вообще просто каким-то общечеловеческим способностям. Вот. Ну, в политику, к сожалению, могут попасть на сегодняшний день с теми условиями, как ведутся предвыборные кампании, только те люди, которые финансово обеспечены. Либо у которых есть прекрасное протеже, которое, ну, может их как-то подтолкнуть, потому что либо люди, ну, с какой-то судьбой, о которой стало там известно многим. Вот как, допустим, проект Надежды Савченко, к счастью, провальный проект Кремля, потому что вовремя очнулся все-таки украинский народ, вовремя очнулась наша служба. СБУ, скоріш за все. Да, наша служба. Вот украинский я народ, я думаю, что не дуже очнувся, бо у неї підтримка зараз, ну, в принципе, є. Нет, она есть, она не может, ее не может быть, не может быть, допустим, вообще. Конечно же, есть определенный круг лиц, в любом случае, ну, верят, там, любят и так далее, то есть у нее там, как в Сталина до сих пор, вот, допустим, да, вот есть люди, которые преклоняются там перед его действиями, которые он со своим же народом делал. То же самое и Надежда Савченко, понимаете? То же самое любой политик, у каждого из них есть свой, как бы, электорат, правильно? То есть, ну, но нет, основная масса украинского народа разочаровалась в ней все-таки. Я надеюсь, что вовремя. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно же, прекрасная работа Службы безопасности Украины. Здесь ничего не скажешь, что, кстати, в лишний раз подтверждает о том, что не все у нас покупается, проплачивается. Есть действительно люди, которые соответствуют своему занимаемому положению и работают в этом направлении. А, до речи, как пришло ваше звільнення? Це кто домовлялся? Именно о моем звільненні договорилась Служба безопасности Украины, народный депутат Украины Оксана Владимировна Белозір, потому что она была, ну, и есть волонтером по звільненню заручників, группа «Патріот» по освобождению военнопленных. Ну, а Белозір, вона офіційно уповноважена, чи вона як Савченко туди їздить? В 2014 году, ну, Белозір займалась звільненням заручників. 2014-2015 год, до того моменту, когда уже, ну, когда волонтеры имели право этим заниматься. Вот она была одним из переговорщиков. Ну, в принципе, она является до сих пор как бы волонтером группы «Патріот», ну, вне зависимости от того, что она народный депутат Украины. Моим освобождением занималась она. Ну, и также ею с Юрием Тандитом было освобождено порядка 400 людей за это время, вот 2014-2015 год. Отмечу, что вот именно в те годы было очень тяжело вести переговоры. Если сейчас это все как-то систематизировано, допустим, мы знаем, что наши пленные находятся в МГБ, либо там в следственном изоляторе, да, в так называемых ЛНР и ДНР,
то раньше это были полевые командиры, их было сотни, каждый мог захватить в плен, и зачастую уходило огромное количество времени для того, чтобы просто выяснить, где находится человек, с каким из полевых командиров разговаривать по освобождению и так далее. Тогда это был действительно катастрофический труд. Чисто по-людськи, як ви відновлювалися після полону? От на психіку, яке, ну, мені навіть важко уявити, як себе почуває людина після полону. Ну, ви знаєте, дуже тяжело. Я часто говорю одну фразу, що можна витащити чоловіка із плена, але потім дуже тяжело витаскувати плен із цього чоловіка. Тобто, в будь-якому випадку, це на всю життя. В чому це проявляється у вас? У вас безсонні ночі, у вас, ну, ви більш нервова. Да, ну, в последнее время, конечно, первый месяц освобождения после плена, это ты еще не понимаешь, что с тобой происходит. Ты просто понимаешь, что тебе не нужно стучать в дверь, будить конвой для того, чтобы пойти элементарно в туалет. Вот, и ты даже к этому привыкаешь, ну, пытаешься привыкнуть, потому что огромное количество времени, проведенное в замкнутом помещении, оно дает о себе знать. Вот, допустим, у меня единственное, я очень с собой борюсь, я работаю над собой, да, для того, чтобы стать таким же обычным человеком, ну, как и все остальные, которые не прошли плен, которые не знают, что это такое. Но из всех вот таких вот негативных моментов у меня, допустим, до сих пор осталось то, что я не могу заходить в супермаркеты, в гипермаркеты, чем? Где огромное скопление людей. Ага. Я стараюсь выбрать маленький магазинчик, маленький мини-маркет для того, чтобы не сталкиваться с большим количеством людей, не стоять в очереди, то есть, ну, я это не приемлю. Мне очень сильно помогли, конечно, прийти в себя также байкеры, потому что, ну, они в буквальном смысле слова... Это после полона вы начали захопливаться? Да, да, да. Нет, я, конечно, этим, ну, любила их еще и до этого всего, и вообще очень любила этот вид спорта. Но после плена это уже не только развлечение, это уже и лекарство. То есть они сутками меня просто возили по всем городам Украины. Я объясню почему. Когда ты едешь, ну, на скорости на мотоцикле, ощущение ветра — это ощущение свободы. Так. И вот, допустим, у меня тоже бывают и до сих пор такие срывы, и у меня ребята знают четко. Ну, там, если коли я позвонила, зриф, я говорю, сразу до байка, и... мальчики, все, там, мне пора, они все поняли, там, скоро будем. И, то есть, ну, это действительно люди, которые, я рекомендую очень часто и участникам АТО, и освобожденным, и экс-пленным, вот, держать себя вот с такими позитивными людьми. Я очень сильно свое окружение, как говорится, сейчас фильтрую, потому что нужно общаться именно с позитивом, чтобы он тебя не тянул ко дну, чтобы он не напоминал тебе лишний раз, что с тобой случилось. Это должны быть и не люди-политики, потому что треба политики... Треба співчувати, от коли ми там спілкуємося з вами, там, ой, ну, ви ж нет, таке пережили. Ні в коем случае. Ні в коем случае нельзя. И вот за что я очень сильно благодарна Оксане Владимировне, да, и вообще нашей команде. Ну, я сейчас являюсь помощником Оксаны Владимировны Белозеро. Там, це вже чули, зрозуміло. Да, ну, и суть в том, что никогда, вот она четко знает, что вот у меня сейчас должен произойти взрыв. Либо она это видит по моим постам в Фейсбуке, мое настроение. Ну, она прежде всего женщина, она мать. Она, ну, следит очень за моим настроением и за настроением других людей. И она никогда меня не жалеет. Вот это тот момент, который делать нельзя. На якому рівні, от як ви оцінюєте зараз в Україні процес реабілітації наших військових, колишніх військовополонених, як він зараз на проходить? На мінус нульово. Чому? Ну, смотрите, дело в том, что пути подхода к реабілітації должны быть очень серьезные. Человеку, я считаю, на выбор должны предлагаться различные программы прохождения реабілітації. Допустим, вы можете себе там выбрать одну программу, да, там, учитывая свои, ну, там, свой характер, да, или что-то. Ну, смотрите, ну, прежде всего, медицинская реабилитация, да, должна происходить, но это даже не так важно, как сама психологическая так. реабилитация. Каждый находит, вот, допустим, я себя нашла в байкерах, да, то есть вот ощущение ветра, ощущение свободы. Кто-то, допустим, хочет сидеть сутками на рыбалке, ему нужен вот этот месяц прийти в себя. Кто-то хочет рисовать, кто-то хочет петь. Кто-то починає пити, попивати. Очень многие, и я скажу так, через это прошли абсолютно все.
абсолютно все. Есть люди, ну, я злоупотребляла, я не спорю, я не буду врать, злоупотребляла спиртными напитками несколько месяцев сильно. После да? этого всего. Ну, опять же, это не выход из положения, понимаете? То есть я нашла в себе силы. Мне кажется, она ведь хирше становится еще не. Это, скажем так, уход от реальности на какое-то время. Но это не решает никакой проблемы абсолютно. И более того, это все равно тебя тянет ко дну. А, ну, к чему мы все стремимся? Ну, я, например, не хочу жить всю жизнь пленом, добре, войной. Добре, що ви це вчасно зрозуміли, да, і так у вас далі. Вистачило сил це змінити. Ну, і, скорее всего, мене просто окружали люди, которые, ну, поняли, що мене треба спасати, і все. Uh-huh. І кожен це зробив своїм способом. Тобто байкери своїм способом, там, друзі, другі, там, другим способом. Uh-huh. Оксана Владимировна поняла, що совсем все плохо, і взяла мене на роботу, як би, к себе. Да? Ну, для того, щоб... Нас добігає час нашої програми до кінця, і у нас наприкінці є така традиція бліц-опитування наших гостей. То ви готові? Так, да, звісно. Так, розпочинаємо. Ви думаєте, чи думаєте ви, що у Надії Савченко є політичне майбутнє? Ні. Його у неї нет. Хто буде наступним президентом України? Надіюсь, що Петро Порошенко. Кому ви вірите у війні антикорупціонерів – Ситнику, Холодницькому чи Луценку? Луценко. Чому? Ну, ви маєте в виду от в даній сложившейся ситуації? Чому саме? Ну, тому що я вважаю, що генеральний прокурор... Тому що це людина Порошенко? Ні. Якого ви бачите президентом? Ні, не поэтому. Абсолютно, тому що я вважаю, що все, що він буде говорити як генеральний прокурор України, він віддає собі відповідальність в цьому, і за це прийдеться відповідати. Ви відчуваєте себе у безпеці на території України? Ні. Чому? Це знову таке питання. Тому що, к сожалению, здесь теж є люди, які називають себе патріотами України, але ими не являються. Пояснить. И такие люди есть в окружении любого нормального человека, который несет свою позицию и не является просто овощем. Украине треба идти на компромисс с ворогом, аби повернути окуповані території? А возвращать оккупированные территории нужно, потому что это Украина. А формат общения с врагом, он должен, если и должен быть, то должен быть правильным и ни в коем случае не унизительным, скажем так. Тобто є межа компромиссу? Ее нужно добиваться. Ну, и мировые сообщества должны в этом во всем помогать. Коли Украина поверне Крым? Сказать честно, с каждым днем я понимаю, что не скоро. Вы уже зневірилися в цьому? Я... Понимаете, Крым – это моя родина. Я очень сильно хочу домой, я очень сильно хочу в Крым. Но я не верю, что... Ну, в ближайшее время Путин отдаст Крым. То мы все не дети. Туда вкладываются деньги. А туда, куда вкладываются деньги, он его просто так не отдаст. В любом случае. Головная беда Украины? Отсутствие у политиков, либо вообще в целом Украины. Вот я... Ну, Украина для нас. Бывает, знаете, главная беда дураки Украины. И дороги. Наверное, вы знаете, вот эта вот ментальная доверчивость, скажем так. Коли буде поборена корупція? І чи буде? А от здесь вот вопрос вот правильний, второй, наверное. Будуть ли? Когда? Вірите, не вірите? Вірю. Вірю. Ну, я з такою же ментальністю хотілося б вірити. Власне, ви давали хабарі коли-небудь? Ні. Ну, нікому? Ні лікарю? Да. Не поліцейському? Ні, почему? Це, звісно, давали. Ну, як це? Мені кажется, что в Украине нет такого человека, который не давал бы кому-то взятку. Ну, это просто нереально. Може, тут і причина криється, чому ми ніяк не поборемо корупцію? Ви знаєте, дело в том, что ситуации бывают в жизни разные. И поверьте, если ты, допустим, ну, если касательно медицины, ты спасаешь жизнь близкому человеку, либо еще чего-то, и понимаешь, что все зависит от денег, то да, конечно, ты дашь. Дякую. Я за что. З нами була волонтерка, кримсько-татарська активістка Гайде Різаєва. Я Таша Трофимова. Побачимося завтра. Ну, що? Ну, мені було цікаво. Я не знаю.